Приветствую, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим на реальном примере возможность получения пассивного дохода в компании Arix. И рассмотрим это на примере всего лишь одного из бонусов. Это бонус базовых комиссионных. Давайте посмотрим, как это работает. Как вы знаете, в компании есть один из видов бонусов – это базовые комиссионные. То есть вы получаете 15% от оборота, который происходит у вас в меньшей ветке. То есть если сравнить с бинаром, то вы получаете 15% в баллах от товарооборота из меньшей ветки. В долларах это получается где-то 10-11% от оборота в долларах. И вот сейчас рассмотрим на практике, как работает этот бонус. Мы переходим во внутренний кабинет партнера Arix, и здесь видим, что на определенной неделе произошло начисление по базовым комиссионным 9,9 долларов. Давайте посмотрим, как это произошло и что для этого сделал партнер. Как вы знаете, те люди, которые становятся партнерами Arix, они выстраиваются в определенную структуру и становятся один под одного. Соответственно, когда один или несколько участников данной сети выполняют ежемесячную квалификацию, то вышестоящий наставник получает от этого вот эти как раз 15% от оборота. Давайте посмотрим конкретный пример. Выбираем одного из участников, открываем детальную информацию. И здесь мы видим, что данный участник выполнил ежемесячную квалификацию на 56 баллов. То есть он приобрел себе продукции на 79,5 долларов. Соответственно, по базовому бонусу владелец данного аккаунта получает 15% от 56 баллов. Это получается 8,4 доллара. А у нас произошло начисление 9,9 долларов по данному бонусу. Откуда еще деньги? Здесь есть еще один очень приятный пункт, что когда вы сами выполняете квалификационную покупку, то вам достаточно личного объема 50 баллов. А если вы также выполнили личную покупку на 56 баллов или на 60 баллов, то, соответственно, 50 баллов засчитываются вам в личный объем, а остальные баллы также распределяются в вашу меньшую ветку, и вы от этих баллов также получаете 15%. В данном случае владелец этого кабинета приобрел себе продукции на 60 баллов. Давайте посмотрим. Заходим во вкладку «Магазин» и «История заказов». И здесь мы видим, что владелец данного кабинета приобрел себе продукцию на 56,4 балла. Соответственно, 50 баллов пошли ему в личный объем и 4,6 баллов, соответственно, распределились в меньшую ветку. И получается, что человек получил от 10 баллов 15%, 1,5 доллара. Плюс 8,4, которые мы только что с вами уже считали, получается как раз 9,9 долларов. И обратим внимание, как раз вот эти 9,9 долларов. Теперь обратим внимание на еще одну колонку, которая называется бонус соответствия. И означает, что вы получаете 15% от того, что люди в вашей организации зарабатывают базовые комиссионные. Таким образом, получается, что 9 долларов 14 центов, они суммируются в общую сумму и составляют 10 долларов. Итак, мы с вами видим, что пассивный доход в компании Arix, он является абсолютно обоснованным, потому что деньги, которые начисляются по базовым и комиссионным, это как раз деньги от того, что люди приобретают себе продукцию. И вопрос заключается только в том, какое количество людей автоматически в вашей организации приобретают себе продукт. Если это один человек, без учета вашего личного объема, то вы получаете 8,4 доллара. Если в вашей организации в меньшей ветке находится 10 человек, то вы, соответственно, получаете уже 84 доллара. А если в вашей организации 100 таких человек, это 840 долларов. И это только по одному виду бонусов, только по базовым комиссионным.
А с таким высоким качеством продукции, с таким бизнес-подходом, как в компании Arix, с международным подходом, с системой автоматизации через интернет, 100 человек в меньшей ветке – это далеко не предел. Желаю вам приятного развития бизнеса вместе с компанией Arix и роста вашего как активного, так и пассивного дохода.